Так, ну что, идем дальше. А вот и Брухан. Госпожа де Сарде, как хорошо, что вы пришли. Миледи, я слышал о нападениях на Хикмете. Не хочу снова просить вас о помощи, но иначе мы не выстоим. Вы уже доказали, что на вас можно положиться. Чем могу вам служить? На нас напали... Если нападают звери, они штурмуют наше укрепление днем и ночью. Они даже не уклоняются от удара, просто идут стаи за стаи. Наши лучшие солдаты падают от усталости, мы несем огромные потери. Пожалуйста, передумайте, как остановить зверей. Если они порвут нашу оборону, то сожжут всех в Хикмете. На Сан-Матеусе тоже напали. Звери подчинились хранителю. Каких на острове еще не видели? Хранитель давно мертв. Нападения на Хикмет до сих пор не прекратились? Да, все по-прежнему. Сан-Матеус далеко отсюда. Наверное, причина другая. Я отправлю небольшую группу следопытов, чтобы они наблюдали за дверьми. Последнее донесение пришло с территории, которую удерживают дикари. Скорее всего, это они стоят за нападениями. Кому еще можно подчиняться все эти звери? А где расположена территория? Увы, таких сведений у меня нету. Поговорите с командиром, она вас направит. Ее отряд размещен на заставе на входе в город. Хорошо, займусь им немедленно. Прошу вас, держите меня в курсе, неизвестность сводит меня с ума. Вы хотели поговорить о чем-то еще? Я решила проблемы с караванами. Теперь торговцам, которые ездят в Хикмет, ничего не угрожают. Капитан Рейхенд уже сообщил мне о депеше. Вы оказали небольшую услугу, но кое-что мне непонятно. Мне сказали, что вы говорили с дикарями и отпустили их. При этом ваших торговцев они не пощадили. Содружество не воюет с островитянами и не собирается начинать. Ваш знаменитый нейтралитет. Ну что же вы решили проблему, этого нельзя отрицать. Рада была помочь. Капитан сообщил вам о том, что мы узнали. Да, и теперь мы не тревожны. Любая массированная атака станет катастрофой для нашего города. Мы сможем дать отпор дикарям, но цена будет слишком высока. Возможно, есть другой способ. Местные дали нам понять, что хотят только освободить своих братьев и сестер. Не вижу, чем вы ведете, но боюсь, они вас обманули. В тюрьме монетной стражи держат несколько островитян. Но никто бы не стал так рьяно сражаться с горсткой воинов. Они говорили не о горстке, а о десятках похищенных. Похищают только местных. Ничего не понимаю. Мы никаких местных жителей не похищали. Мы просто отражаем их нападения, иногда бурим пленных на поле боя. Но какая вам польза от нескольких рыбаков, охотников и ткачей? Могло ли так случиться, что их похищали без вашего согласия? Сомневаюсь. Возможно, какие-то разбойники украли наше оружие и выдают себя за себя. Себя за нас, точнее. Будь это так, это бы многое объяснило. У вас хорошо получается ведь расследование, ведь эти похищения. Похоже, вас обеспокоили. Не могли бы помочь еще раз? Схватите несколько дикарей и заставьте их разговаривать. Надо во всем разобраться и принять меры, пока они не напали. Хорошо, я постараюсь, милорд. Вы хотели поговорить о чем-то? Да нет, все. Пора. До свидания. Так, надо двигаться. Выяснить. То есть... Это рядом, да? А, ну да, на улице же.
Так, ну. Окей. Ого, вот это фокус. Да ладно. Так, ну что? Кто живой, кто нет? Вон твари валяются. Куча тварей. Все-таки пришли. Внутрь ворвалось несколько бешеных тварей. Мы их перебили. Как они смогли пробиться? Мои солдаты еле стоят на ногах. Мы отстреливали зверей, но их было очень много. С каждым днем становится тяжелее. Думаю, об опасности на дороге вас предупреждать не нужно. Собственно, об этом я хочу поговорить. Я от наместника Бурхана. Он поручил нам найти пропавших людей. Я тоже думал, и попросил вас помочь. Им плевать, сколько людей погибнет, защищая этот треклятый город. Вы, кажется, хотели что-то сказать? Так. Поговорить о следопытах, отправленных Бурханом. Как я сказал, наместник Бурхан просит, чтобы вы помогли мне отыскать следов. Ха. Пускай меня заставят. Я отправила разведчиков, как было приказано, хотя нам не хватало людей. Им было поручено найти ублюдка, который натравляет на нас этих тварей. Как-нибудь колдун, не иначе. Скажите, в какую сторону они пошли? Извините, миледи, я ничего вам не скажу, пока нам не помогут. Поймите меня, я переживаю за тех, кто ушел. Они тоже мои подчиненные. Но меня больше заботят те, кто остался. С их каждым днем становится меньше. Если она застава падет, город останется практически без защиты. Поэтому передайте начальству, если ему нужна моя помощь, пусть сначала поможет мне. Я понимаю, вы в отчаянии. Вам нужно защитить то, что касается вам наиболее важным. Но моя цель не настолько спасти ваших солдат, но и положить конец этим нападениям. Мне поручено найти и устранить их причину. После этого помощь вам будет уже ни к чему. Что ж, вы правы. Прошу прощения. Я так устала, что ничего уже не соображаю. Они ушли на запад. Там больше всего мятежников. Вы говорите о Денегаде Энгрезгад. Назовите их как хотите. Наместники считают, что за нападением стоят и дикари. Я отправил отряд солдат туда. Мы и раньше пытались их найти, но теперь это вопрос жизни и смерти. Ясно. Что ж, спасибо, капитан. Я постараюсь найти ваших солдат и прекратить нападение. Желаю удачи. Если парни живы, будьте добры, прикажите им вернуться. Обязательно. Так, найти разведчиков. Можете еще повторить, что нужно сделать? Мы должны прислать зелья и припасы до сих пор. Если вы доставите им, хотя мы сможем подлечить и зарядить пистолет перед следующим нападением. Вы знаете, куда везли эти припасы? Из вашей новой сирены? Караван должен был прийти через нашу заставу еще 2 дня назад. Скорее всего, на них уже напали. Может быть, груз уцелел? Хорошо, я пойду маршруту каравана. Вряд ли будет сложно. Втроем все ящики не дотащите, я отправлю с вами 2 солдат моих. Только не задерживайтесь, без этих припасов мы не выстоим. Мы отправляемся немедленно.
Ага. До встречи. До свидания, миледи. Так, надо посмотреть. Это типа доп. Задание? Сердце сопротивления. Ну, вот здесь, да? Давай поможем. Это вот они, подчиненные. Солдаты, это вас отрядили на поиски каравана? Ну, так точно, миледи. Готовы выступать по вашему приказу? Так, отправимся немедленно. Мы за вами. Так, ну получается, Асиора все равно наш с нами. Вы вернулись, вы уже нашли груз? Еще нет, капитан. Не теряйте, я знаю, сколько мы продержимся. А почему нас? А почему сюда с ней поговорить надо было? Мы что-то выполнили, что ли? Такая метка, как будто мы что-то выполнили. Ягодки соберем. Валяются ящеры. Вот, тут проехала тяжелая повозка. Скорее всего, наш караван. Давайте посмотрим. Ага, повозка сошла с тракта. Вокруг следы животных. Солдаты мы гнались. Они пытались уйти, свернув на узкую тропу. Пойдем по следам. Ну да. Так, ящики. Надеюсь, звери не убили тех, кто ушел с караваном. Ты же видел, что они творят. Вряд ли кто-то выжил. Мне больше беспокоит зелье. Не разбились ли флаконы? О, вон они. Ребята там валяются. Ой, урод, удар не прошел. Все? Отлично. Все погибли. Никто не выжил, всех разорвали на клочки. Зато груз не тронули, все в целости и сохранности. Повозка сломана, но по своих плечах мы вряд ли все дотащим до заставы. Кто-нибудь может ее починить? Я могу, но на это будет долго. Поломка не шуточная. Поторопись, звери могут прийти в любой момент. Уже приступаю. Не волнуйтесь, мы будем вас защищать, сколько потребуется. Так, ну че нет. Опа. Прибежали воронье сразу.
ебан. Ой, да сколько же там будет? Да ты кобыла, как ты бьешь? Наконец-то. Сюда никак было. О, еще опять же. Серьезно?
Стреляй в нее. Свидание. Ну вот, починил как мог. Думаю, да и... Теперь еще нужно дотолкать ее до заставки. Скорее, пока звери не вернулись. Здравствуйте, не знаю, как вас благодарить. Наш груз наконец-то прибыл. Теперь заставу ничего не угрожает. У нас снова есть боеприпасы, а благодаря зельям от ран... Ага. Вернуться припас было нелегко. Рад, что они пригодились. Вот, возьмите, немного зато чистого сердца. Спасибо, капитан. До встречи. Вот сюда нам надо. Здесь. О! Сидят. Кто вы? Что вы тут делаете? А это вы разведчик, который отправили на наместник Хигмет? А что, незаметно? Мы его... Он беспокоит, что вас давно нет. Мне прочно покончить с нападениями. Вы что-нибудь нашли? Да, лагерь мятежников. Мы подозреваем, что он где-то здесь. Но только сейчас на него наткнулись. Звери приходят отсюда, значит, их посылают эти дикари. Они тоже поклялись всех нас уничтожить. Может быть, вы и правы, но я хочу убедить. Их вождь моя знакомая. Я с ней поговорю. Вы знаете об этом лагере? Эти дикари убили десятки наших. И то и сотни. Почему вы не сообщили наместнику? Потому что я дипломат, а не разведчик. Возвращайтесь на заставу. Я со всеми разберусь. Угу. Начинаются всякие бредни. Разговоры глупые. Ну да, в принципе, мы здесь пройдем. Так, а мы такие здесь типа дебрях. Ну сейчас дойдем до нее. Мне нужно поговорить с вами о нападениях на Хигмет из заставы. О нападениях? В этот раз мы ничем не при чем. Мои люди не готовы штурмовать большой город. Как ни странно, штурмуют не люди, а звери. Целые стаи зверей. Так они нападают и на Ренайсе. Приятно слышать. Что вы имеете в виду? Мы тоже отбиваемся от зверей. Они бросаются на всех без разбора, словно бешеные. Некоторые кидаются на укрепление лагеря. Такого, по моей памяти, еще не случалось. На западном... на западе творилось то же самое. Животное управлял какой-то хранитель. Он был похож на Дайк, на Мейнен. Но кожа его была черна и покрыта язвами. В жизни не видел таких хранителей. Думаю, это был какой-то другой. Может быть, какой-нибудь Денегат? Сразу видно Ренайсе. Ты ничего не понимаешь. Какой Данадайк? Наш предок. Даже самый озлобленный и жестокий из нас не посмел причинить зло Надайк. И все же, кто-то или что-то натравляет животных на людей, и мы должны его найти. Мы? Ты хочешь, чтобы мы вам помогали? Почему бы и нет? Разве вас не беспокоит нападение? Да, верно. А, наш хранитель, с ним что-то не так. Он стал нападать на своих. Что? Идемте, за мной. Что там? О! Ну-ка, подожди. Помощь Даррену и людям. А откуда, куда он бежит-то? Здесь.
как много вас, а? Ты кобыла. Пошел вот вон он. Смотри, что делает, а? Тебе еще броня. Давай сюда еще раз. Ну вот так вот. Собака. Так, надо все собрать. Монетки, фигетки. Да, внимание, давай, давай. Отлично. Серьезно. Сюда. Хорошо потерял. Ой, плевать не хорошо. Ты подкидываешь, что ли, там себя? Oh!
Господи. Да что ж ты. Забываю, патронов нету. Го-го. Не хватает. Такие штуки не куплюсь. Би-би! До свидания. Что с Надей? Не знаю, извините, у меня не было выбора. Ты храбро сражалась, это было неизбежно. Наш хранитель потерял разум. Он не узнал своих детей и натравлял на нас диких животных. С ним что-то случилось очень плохое. Он был похож на того хранителя, о котором я говорила. Они оба страдали какой-то очень болезнью. Хранитель не болел. Это особенные существа. Но вы сами видели, что с ним было. Что ж, теперь хотя бы нападения прекратятся. А что вы тут делаете? Кто эти ренайцы? Шпионы? Им было поручено выяснить, что приводит зверей. И они решили, что это мы. Почему вы еще здесь? Возвращайтесь на заставу. Извините, мы сомневались, что вам нужно доверять. Мы помогали этим людям. Правда, когда послышались крики и к лагерю пришла эта огромная тварь, тогда мы и видели, что она управляет животными. И вы поняли, что мы здесь ни при чем. Да, я. Извините, нам пора на заставу. Даррен, если мы их отпустим, они расскажут своему главному, где нас искать. Если вы можете поклясться, что никогда не узнаете об этом лагере? Вы убили чудовище и спасли наших товарищей. А может быть, и весь город. Да, клянемся. Надеюсь, они нас не обманут. Ладно, пусть уходят. Мы вам так благодарны. Спасибо, Даррен. Теперь надо рассказать о хранителе наместнику Хикмета. Если найдешь того, кто все это устроил, убей его. Ну да. Милорд, вам уже сообщили? Да, я знаю, что нападения прекратились. Вы спасли Хикмет. Виновны были островитяне? Нет, вы думали, наверное. Они тоже страдали от нападений и перенесли небольшие потери. Животные откликнулись на зов хранителя. Он вел себя не так, как остальные. Прямо как тот, который возглавил атаку на Сан-Матеос. Обычно эти создания защищают островитян, которые их призывают. Почему этот напал на них? Вы уверены, что между племенами нет междоусобной войны?
Сомневаюсь, хранитель выглядел больным. Местные бы не довели бы ее до такого состояния. За этими нападениями кто-то стоит. Но я пока не знаю, кто именно. Я так понимаю, вы проведете расследование. Вам не привыкаете разгадывать такие загадки? Слово, вот возьмите, это небольшой, но все же подарок. Благодарны за помощь. Если бы не вы, Хикмет ждал бы ужасной участи. Благодарю вас. Рада, что удалось избежать трагедии, милорд. Вы хотели поговорить о чем-то еще? Да нет, все, мне пора. Буду рад на встрече, милорд. До свидания, миледи. Так, у нас... Что дальше мы? Обсудить тревожные новости с Константином. Ага, и с Рейхельдером поговорить.